Привет, друзья! У нас сегодня зимний холодный дождь, слякоть, туман, поэтому очень-очень захотелось чего-то солнечного, яркого. Что я сделала? Веточку мимозы. Такую веточку можно приспособить на открытку. Можно сделать маленький букетик, брошь и еще много другого. Поэтому, если вам интересно, как сделать такую пушистую мимозочку, оставайтесь. Делать такую мимозу мы будем из синильной проволоки. У меня она вот такая вот с утолщениями и утончениями. Она продается в магазинах рукоделия и вообще очень многих местах. Эту проволочку мы делим на небольшие отрезки, 1,5-2 сантиметра.
получились пушистые, нежные цветочки. Лично мне очень нравится результат. Мне кажется, это будет красивым украшением интерьера какого-нибудь букета. Очень рада была поделиться с вами тем, что получилось у меня. Надеюсь, вас немножко вдохновило, подняла настроение и настроила на рукоделие. Поэтому желаю вам радости, цените друг друга, потому что этот год показал, насколько это важно. И несмотря ни на какие обстоятельства, не сдавайтесь. Пока, друзья!